контролеры, да, в этом автобусе задержали нарушителя. Сейчас будут его выкидывать. Штраф, интересно. Надо узнать, какой штраф. Давай, мы не уходим? Спроси, какой штраф. А какой штраф, если... 20 лева. 20 лева? 20 лева, да? Зорлен. Зорлен. Для информации. Туристам. Тя повика, не знаме. Как да не знаеш колко е штраф? 20 лева. 20 на руски 20. 20 лева. Это 10 евро получается. Ну такое, очень. Для их, ну да, для здесь. А вьет конечно. 200. Это получается 10-я часть. Да. А вьет конечно, какой град? А? Вьет конечно. Откуда? А, Кавказ. Кавказ. Трудно сейчас в Болгарии, да? Трудно жить в Болгарии. Вот. Да. Как Советский Союз 20-30 лет назад, как Советский Союз, осталось время. Да? Так вот выглядит. Как перестройка, как будто бы вот произошла. И все. Да. Но сейчас же новый президент. Новый президент сейчас, нет? Да. Может, что-то будет хорошее, новое что-то будет. Да, нет? Хорошее, чушь. Не будет, да? Турчин. В общем, на нового президента надежды нету здесь. Это как президент будет брать. Саныч. Ты? На работу? На работу. Вот такие вот дела, друзья. Ну что, едем по Болгарии, по Софии, точнее, на билет. Они жмут, да, потом, чтобы не... Вот. Несмотря на это, мы все-таки проехали бесплатно. На этом. Да, два раза по одним билетом проехали, но это так, чисто символический проезд был. Да. Уходим? Да. Пойдем. Ну, ничего, сейчас выйдем. Так, ничего не забыли, главное. Не, нормально. Все, спасибо. Так, куда нам сейчас идти? Нам же туда получается. На той стороне она была, да? Да, ничего, вот так пройдем. Друзья, находимся в Софии, в Болгарии. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в солнечную Калифорнию.